Скоро на нашем телеканале появится собственный прогноз погоды. От кого и как, узнаем далее. Существует легенда о том, что в 17 веке в Англии синоптиков казнили за неверный прогноз. Слава богу, мы в 21 веке, и с того времени метеорология шагнула далеко вперед. Сейчас мы можем узнать прогноз погоды не только на завтра, но и на последующие месяцы. Здравствуйте, это «Погода» на Универ ТВ, в студии Тимура Ухади. Запустить собственный прогноз погоды решили и мы. Это совместный проект с кафедрой метеорологии Казанского университета. Предложили его сами метеорологи. А реализовать задумку и придумать концепцию стало делом рук работников телеканала. Прогноз погоды составляется на основе данных метеостанции Казанского университета. А вести наблюдение будут студенты-метеорологи. В качестве прогнозов, в общем-то, не стоит сомневаться, так как весь этот процесс будет проходить под контролем преподавателей кафедры. И для нашей республики, я думаю, этот контент придется как никогда кстати, так как профиль нашей республики во многом аграрный. Ведущими прогноза погоды также будут преподаватели и студенты факультета метеорологии КФУ. Для них это первый опыт. Такого в Казанском университете не было никогда. Прежде чем начать вообще любую передачу, уже ведущие, откуда их взять? Правильно? При помощи кастинга. И вот на кафедре метеорологии мы проведем такой небольшой кастинг тех ребят, которые хотят рассказывать о погоде. И я знаю, по словам Тимура Ринатовича, что уже есть желающие. Это будет нестандартный прогноз погоды. Помимо температуры, скорости ветра и атмосферного давления, будущие метеорологи будут давать дополнительные знания о погоде. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Виолетта Басова, Универньюз.